присутствии Твоем. Слава Тебе, небеса! Слава Тебе, небеса! Господь наш! Слава Тебе на земле! Слава Тебе в этом храме! Вознесем царя царей. Аллилуйя! О, хвала Тебе, хвала Тебе, наш Бог! Аллилуйя, аллилуйя! Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Аллилуйя! Давайте мы друг другу засвидетельствуем об этом и скажем: Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Скажи тому, кто стоит рядом с тобою: аллилуйя! Потому что это воистину так. Он жив, и мы сегодня живы. И Слово Божие говорит, что мир проходит, и похоть его, но исполняющий волю Господню, но исполняющий волю Господню, он пребывает вовек. Аллилуйя! Воздай Господу славу за это. Сегодня этот мир, он переживает потрясение, волнение, народ на народ, царство на царство, но исполняющий волю его, вот такой вот простой, небогатый, незнатный, но рожденный от Бога дитя Божье, исполняющий волю его, пребывает вовек. Аллилуйя! У тебя и у меня сегодня есть обетование. Обетование вечной жизни. Обетование непроходящего царства. Царство Господа и Спасителя Иисуса Христа. Аллилуйя! И мы сегодня будем прославлять нашего Господа за то, кто мы есть в Нем. Мы сегодня будем провозглашать и утверждать Его царство. И так радостно, что сегодня нам не нужно как-то отождествлять себя с этим земным царством, впадать во все эти волнения и переживания, потому что мы знаем, откуда пришли и куда идем. Аллилуйя! И Иисус дает нам также обетование и говорит, что побеждающий, если ты сегодня есть тот, кто побеждает этот мир, побеждающему дам власть над язычниками и будут пасти их жезлом железным. Поэтому наше время приходит, наше время еще впереди, когда Иисус Христос воцарится, и мы будем вместе с Ним на престоле радоваться и торжествовать в праведном царстве, царстве, где нет зла, царство Иисуса Христа. Поэтому просто вознесись сегодня над землей, вознесись сегодня над проблемами, над различными переживаниями, и начни прославлять Его и провозглашать Его Господом и Царем твоей жизни. Аллилуйя! Давайте еще воскликнем Ему и восплещем Ему. Аллилуйя! О, Господь, слава Тебе! Слава Тебе, Иисус! Слава Тебе, наш Царь! Слава Тебе, наш Бог! Аллилуйя! Аллилуйя! Thank you.
Oh,
царствие Твое. Иисус, мой Господь, да будет воля лишь Твоя. Управляй, мой Господь, да придет царствие Твое. Иисус, мой Господь, мы просим Тебя. Да придет царствие Твое. Иисус, мой Господь, да будет воля лишь Твоя. Управляй, мой Господь, да придет царствие Твое. Иисус, мой Господь, да придет. Да придет царствие Твое. Иисус, мой Господь, да будет воля лишь Твоя. Управляй, мой Господь, царствие Твое, Иисус, мой Господь. Да придет царствие Твое, Иисус, мой Господь. Да будет воля лишь Твоя, управляй, мой Господь. Да придет царствие Твое, Иисус, мой Господь. Сейчас будем превозносить Его. Ты достоин, Господь наш, прославляем Тебя. Кто подобен Тебе? Ты царь над всей землею. Ты Бог. Аллилуйя, аллилуйя. Прославляем Тебя, наш Господь. Того, кто превознесен выше небес. Того, кто превознесен выше небес, Иисус, Ты наш Царь. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Слава, слава Тебе, слава, слава Тебе. Наш Господь, мы прославляем Тебя, потому что однажды Иисус был вознесен десницей Божьей и посажен превыше всякого начальства и власти и силы. Иисус Господь, Иисус Господь, аллилуйя, 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 to see you glow.